Как всегда, решил я заморочиться по полной. Сегодняшний проект занял у меня 3 дня и 5000 рублей. Как всегда, с утра сгонял на рынок, меня там уже все знают на этом рынке, и закупился дровами сосновыми. На грузовом автомобиле ВАЗ-2111 привез куб сосны. А именно, брус 100 на 100, доска 100 на 50, доска 30 на 150, 10 штук. Доски 5 метров, и как ни крути, их надо разрезать. Для этого выбрал сабельную пилу от компании Deka. Отлично справляется с любой работой, залезет там, где дисковая не залезет. Ссылку оставлю в описании. Начал с бруска 100 на 100. Разметил ровно пополам и с помощью пилы распилил на раз-два. Запер все 4 штуки в мастерскую для дальнейшей работы с ними. С одной стороны отторцевал, а с другой начал работать мини-циркуляркой пилой от компании Deka. Отлично подходит для таких работ, которые требуют точности и ювелирности. Ссылку оставлю в описании. По заранее размеченным разметкам делаю пропилы по 2,5 см с каждой стороны. После чего топором убираю ненужные. Стамеской дорабатываю шип. Такую же процедуру сотворяю с остальными бревнами. Отпилив на улице две доски 50 на 100 по 3 метра, занес их в мастерскую. На каждой доске в двух местах сделал разметки в виде квадратов и начал работать лобзиком от компании Deka. Ссылку на этот лобзик оставлю в описании. По углам задуманных отверстий насверлил дыры и с помощью лобзика выпилил все, что нужно. Меняю дислокацию, переношу все на улицу. Начинаю собирать конструктор. Две детали. Каждая из двух брусков и одной доски. Брусья заколачиваю в намеченные отверстия. Собрав этот конструктор, выставил их в нужном положении и начал работу шуруповертом от компании Deka, ссылку на который я, конечно же, оставлю в описании. Снизу временно штакетником скрутил две части. Каждый брус укрепил с помощью крепления бруса. Отметив одинаковое расстояние от низа, сделал разметки на всех 4 брусках. Отрезками доски 50 на 100 скрутил между собой 4 стоевых. Лишнее отрезал с помощью сабельной пилы и пилки по металлу. На данный момент получается вот такая вот конструкция. Принес 3-сантиметровую доску и накромсал ее на куски по 1,20 м. На верхней площадке закрепил их на саморезы и все тем же шуруповертом. На крайних отрезках выпиливал углы для бруса. В мастерской из доски 100 на 50 выпилил 2 куска по 10 см.
на нижнем основании в указанном месте установил и прикрутил эти отрезки. В некоторых местах было трудно подлезть, пришлось использовать электроотвертку от дека. Ссылка в описании. По ходу рабочего процесса пришлось изменить немного конструкцию, и было решено дорастить основание конструкции на полметра. Из доски 100 на 50 нарезал 3 отрезка, на двух сделал один угол 30 градусов. Скрутил вместе в задуманную деталь и с помощью 120 гвоздей усилил швы соединения. Пришел и воткнул в подготовленное место. У основания закрепил все уголком и несколькими саморезами. На переднюю перекладину привернул кусок штакетника, подходящего по размеру. Оставшиеся доски 30 на 150 напилил на отрезки по 3 метра, с одной стороны запилив под угол 45 градусов. Прикрутил доски под наклоном на одной стороне. Конечно же, вы все поняли, что я делаю горку для своих детишек. А именно, горку для резиновых санок-ватрушек. Гвоздями на 120 усилил примыкание досок к каркасу. С каждой стороны сделал борта из 150-й доски, закрепив саморезами, а по центру поставил упор в виде бруска. Лестницу решил сделать все из той же доски 50 на 100, спилив у них по краям торцы под 45 градусов. Из штакетника накромсал кучу брусочков и установил их на доски с определенной периодичностью и под определенным углом. Каркас лестницы прибил гвоздями к основанию горки. Заранее напилил отрезки по 1,20 м и установил их в виде ступенек, закрепив саморезами к штакетникам. Перила сделал из 140-й доски, отшлифованной и отфрезерованной. Для точности и ровности привлек к работе уровень лазерный от компании Deco. Ссылку на него оставлю в описании. Установив его туда, куда придется, и напялив на глаза свои специальные очки, увидел, что моя горка стоит ровно в уровень, что по горизонтали, что по вертикали. Из грузового автомобиля вытащил пачку штакетника, купленного за 250 рублей, и унес в мастерскую для дальнейшего распила. Распаковав пачку, разметил на отрезки по 74 сантиметра. С помощью торцевой пилы напилил и принес к месту применения. Установив и прикрутив сверху и снизу штакетники на бок, прикрутил к ним бруски и сделая из них что-то наподобие балясин. Прикрутил и все некрасивое закрыл еще двумя штакетниками. Перила сделал все из той же доски 50 на 100, закрепив все с помощью гвоздей и вбив их туда около 100 штук. Ну вот и все почти готово, остались сущие мелочи. Обмел от грязи, а то пока ходил, все заморал. После чего взял крупную наждачку и все части, где дети будут соприкасаться руками или попой, зашкурил. И по исходу третьего дня мой проект готов. Да, ничего сверхъестественного, но я считаю, что такую горку не купишь в магазине, а все, что сделано своими руками, всегда выглядит в миллионы раз круче и крепче. Вот и дочка уже примеряется. Осталось дождаться снега и ватрушки покатятся по этой горке. Если был полезен, пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока-пока, до скорой самоделки.